Всем приветики! С вами канал ArtMania. И сегодня я решила, пока мы с вами просто плывем, решила обойти теплоход снаружи. Мы так до сих пор еще и не попали больно никуда. То там немножко прошлись, там немножко прошлись. И я решила его обойти. Я сейчас утеплилась, у нас на улице немножечко уже прохладно, в теньке очень, ну так, холодновато, чтобы мне не заболеть тоже. Вот, на солнышке не знаю. Решила я обойти, пока есть время. А я впереди посмотрела, там ничего особенного не будет. Такие вот немножко горы, немножко домики, там деревушечки. Не особо будет, наверное, что-то интересное по берегам, но интересно посмотреть, что, как он внутри. Я хочу найти площадочку, где можно спокойно посидеть на диванчике, как вот бывают остальные, например, теплоходы. Есть ли здесь такое? Вот, и давайте пойдем. Я хожу в маске. Я единственный, кстати, на теплоходе человек, который ходит в маске, именно отдыхающий. Остальные, там, которые там работают, они в масках ходят, и я хожу. И все. Остальные люди все без масок. Каждый второй кашляет, всем пофигу. Кашляю, ну и ладно. И другим, ну кашляют и кашляют. Ну что ж теперь, ну зацеплю так зацеплю. Я решила ходить в маске. Так что пойдемте. Так это выглядит. Кстати, смотрите, это оригами. Вчера мы делали. Это айс, что ли, по-моему. И то, что у нас из окна какой вид. Сейчас пойдем с вами на улицу и будем смотреть там берега, смотреть. Потом я буду читать книжечку, отдыхать, раздумывать там что-нибудь, фотографии смотреть на этом телефоне. В Инстаграм, кстати, я там уже выложила давным-давно. Можете тоже посмотреть, там классные фотки есть. Правда, сделанные телефоном. Там солнышко, фоны, кстати, я очень много фонов для вас готовлю. Еще у меня там на компьютере есть, и еще появится очень-очень много. Вот, я думаю, что до следующего лета у нас с вами прям очень много всего интересного. И прибавляется много интересного. Так, наш номер. У нас нижняя палуба основная. И там внизу есть шлюпочная. Время 16:00. Здесь есть такая лесенка. Я видела, что там проходят люди. Thank you.
Потому что бывает так, вот солнечная палуба, а трубы вот как через палубу. И когда дым идет, как вот запах неприятный. А на Толстом как было? Ну, видимо, я не помню. А есть вот сзади труба, видишь, дыма, там, там.